Но на самом деле я остановилась здесь не для того, чтобы поговорить о какой-то будущей фарфоровой посуде, а для другого немножко. Я хотела сказать вот что. Я хотела вам рассказать о том, что Иван-чай – это напиток для города. Абсолютно. Вот именно дорога здесь, как бы все эти автомобили проезжающие, они наводят меня на эту мысль. Итак, давайте чуть-чуть подробнее. Один человек, один мой подписчик из Израиля, задавал мне вопросы, какую я могу порекомендовать антиоксидантную программу. Так вот, дорогие друзья, самая лучшая антиоксидантная программа от Елены Горчаковой такая. Каждый день пейте много Иван-чая. Чем больше Иван-чая вы пьете, тем лучше. Живя в городе, это просто необходимо. Почему? Потому что Иван-чай – это мощнейший природный иммуномодулятор, во-первых. Это мощнейший природный... мощнейший природный антиоксидант. То есть мы боимся, что в городе нам нужны антиоксиданты, потому что у нас агрессивная среда внешняя, которая может вызывать рак. Так вот, Иван-чай рак предотвращает. И в-третьих, Иван-чай имеет мощные противолучевые свойства. Вспомните о том, о неблагоприятном радиационном фоне в городах, о том, что автомобили, асфальтовые дороги, все это создает радиационный фон. Особенно в Москве и Санкт-Петербурге это заметно, но и в других крупных городах тоже. Так что всем жителям городов необходимо каждый день пить Иван-чай в больших количествах для того, чтобы сохранять здоровье. На этом я прощаюсь с вами, дорогие друзья. Желаю вам здоровья, успехов во всем. Ну и, конечно, приглашаю заходить ко мне в таежный магазинчик, где у меня более 30 видов прекрасного, шикарнейшего Иван-чая.